Целый час специалисты, журналисты и просто все желающие говорили о кино. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась пресс-конференция. Она была посвящена 5-му Всероссийскому форуму «Время кино» и Всероссийскому питчингу дебютантов. Иногда человек пишет, а потом ему эксперт, да, авторитетный, говорит: да ты вообще просто не мучайся над драмой. Ты возьми всех тут рассмеши. Или наоборот, не пиши комедию. Возьми, убей в конце, там, разведи, и у тебя получится классная драма. Вот, в принципе, чему и надо учить, чтобы сценаристы встраивались в индустрию. И поэтому питчинг – это как раз тот самый инструмент, который позволяет вот эти вещи реализовывать. Формат форума «Время кино» растет, география его расширяется, и с каждым разом участников становится все больше и больше. Говоря о форуме кино, вот в моем, так скажем, творческом детстве этого не было. Сейчас это такая приоритетная вещь, когда люди категории А приезжают в Казань, общаются с кинематографистами, ведь это очень важно — смотреть им в глаза, завидовать им и стараться быть такими же, как они. Форум является своего рода площадкой, где молодые режиссеры и сценаристы могут представить и реализовать свои проекты. Фильм начинающего режиссера Юлии Захаровой «Халима» послужил примером того, что в нашей республике можно и нужно снимать фильмы. Фильм «Халима» в 2016 году стал победителем конкурса киносценариев, учрежденного Министерством культуры. И затем они подали заявку на предоставление субсидий на кинопроизводство, ее выиграли, и таким образом фильм дошел до зрителя, он состоялся. На пресс-конференции все желающие задавали спикерам различные вопросы. 5-й Всероссийский форум «Время кино» состоится в Казани с 28 по 31 марта. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.